однозначно бейсбол занимает по численности это первое место, это 100%. Первое место, потому что у нас очень много занимается детей, это вызывает огромный интерес у детей. И что самое главное, огромный интерес у родителей. Конечно, относятся к нам ревностно, они других секций, других видов спорта относятся к нам очень ревностно, потому что мы как бы переманиваем у них детей. Это вид спорта номер один в нашем городе, здесь дети, все новое, оно все интересное. Конечно, опасно, он терапевтку начать, начал мужа в голову дать. Он попал в этом году. Шапка только лопнула, голова нет.